ZTE Blade T663. Значит, картридж Z, он у меня вертится на заставке. Заставка тухнет. Как бы я пробовал прошивать, я уже знаю этот труп. Но покажу вам, как сделать госнастроек в случае, например, если вы поставили графический ключ и его забыли. Значит, вообще в выключенном состоянии, зажимаете плюс и питание. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание бросить, а плюс продолжит держать. Вот мы сейчас его просто подловим в момент очередной перезагрузки, я ему зажму плюс, вот плюс я зажал, а он начнет перезагружаться и сам войдет у меня в рекавери. То же самое, если бы я жал плюс. Просто как бы он сам туда зайдет. Значит, включили питание плюс, держим две клавиши, экран загорелся, питание бросили, а плюс продолжайте держать. Загорится вот такой зеленый робот. Это система случайно зажатия клавиш. Он может или сам вас пустить дальше. Так, он у меня пошел перезагружаться, зараза. Он может сам или пустить вас дальше, или чтобы попасть туда, нужно нажать питание. Питание сработает вверх. Вверх не сработает. Питание зажать и коротко нажать вверх. Питание зажать и коротко нажать вверх. Иногда нужно использовать нижний сенсорный клавиш. У меня он будет периодически перезапускаться, не обращайте внимания. Значит, спускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset. Нажимаете вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Питание сработает, используйте нижний сенсорный клавиш. Опускаетесь вниз до строчки Yes Delete All User Data и нажимаете питание. Он начинает делать сброс. Я сброс делать не буду, потому что мне даже прошивка уже не помогла. Вот вы, если какая-то мелкая неисправность, либо графический ключ, то выбираете Yes. Он начинает делать сброс. Внизу побегут строчки. Последняя строчка, их будет там около, ну, порядка 5. Последняя строчка будет Data Wipe Complete. Это будет означать успешное окончание сброса. Когда он это все доделает, он вернется вас в предыдущее меню, с которого вы начали, в самой рекавери. Так, сейчас я его опять туда заведу. Вот, вернется в предыдущее меню, с которого вы начали, а в нем вам нужно выбрать, сейчас покажу, какую строчку. Первую строчку Reboot System Now, либо строчку Power Down. Вот я выберу, например, Power Down, я его выключу. Reboot System Now его перезагружает. Дольше обычно он будет включаться, то есть где-то 5-10 минут после этого включится чистый. Значит, несколько моментов, которые нужно озвучить до того, как вы будете делать все эти сбросы, все эти прошивки. Он, кстати, сам включился, у меня уже кнопка замыкает. Значит, перед любым сбросом, перед любыми прошивками необходимо выйти из учетной записи Google. Делать это нужно на Android 5.1 и выше. Если этого не делать, после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. У меня на канале есть плейлист FRP Google, возможно, вы там найдете для себя решение. Но лучше до этого дела не доводить. И второй момент. Значит, этот сброс убирает мелкие неприятности типа графического ключа, для чего-то более серьезно нужна прошивка, или как у меня, это уже только замена платы. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.